Привет! Добро пожаловать на мой канал, где мы говорим об осознанном уходе за кожей. Сегодня я хочу поговорить с вами об интересных новинках. Я думаю, что в контексте грядущего праздника это будет полезно для всех. Я когда-то вам уже показывала средства от бренда Beauty Ceftica. Помните, у нас был такой пилинг интересный, который нужно было использовать как средство для умывания и смывать. И, кстати, многим этот пилинг понравился. У бренда есть линейка, которая называется Beauty Ceftica Dr. Acne. И она, на самом деле, очень интересная. Если у вас даже достаточно активная форма акне, вы сейчас, может быть, проходите лечение или, может быть, находитесь в стадии ремиссии, этот набор, да, вот эта коллекция средств может быть вам очень полезна. Сюда входит пенка-мусс для умывания с салициловой кислотой и цинком. Здесь же мы найдем с вами специализированный спиртовой лосьон. Но это именно специализированное средство, потому что у бренда есть еще салициловый тоник с цинком. И здесь совершенно другой состав. То есть это используется как такая сос-мера при определенных обстоятельствах. Это имеет место быть. И, конечно, сос-средство против прыщей. Что мне в этой линейке близко и что мне нравится, что пенка уже достаточно мягкая. Она содержит комплекс кислот, она содержит мочевину, она содержит комплекс аминокислот. Так что я бы не сказала, что здесь есть какой-то ярко выраженный отшелушивающий эффект. Однако такой эффект ацидотерапии, подкисления, более тщательного очищения здесь действительно присутствует. Специализированный спиртовой лосьон с календулой, с серебром, с пантенолом, с цинком, с серой. Действительно, вот такой лосьон призван подсушивать. Его производитель рекомендует наносить ватным диском на все лицо, но я бы на самом деле рассмотрела вариант точечного нанесения или на какого-то в любом случае локального нанесения. И, конечно, мы должны с вами понимать, что это действительно такое средство СОС, это не на каждый день. А вот на каждый день можно рассмотреть вот такой салициловый тоник с цинком. Здесь 2% салициловой кислоты. Здесь успокаивающие есть компоненты, такие, например, как бетаин. Но в целом это такой классический салициловый тоник. Он, кстати, очень приятный, не оставляет после себя какого-то чувства липкости. Но опять же, вся эта линейка предназначена для кожи проблемной и кожи жирной. То есть, если, например, вы хотите использовать салициловую кислоту, чтобы почистить поры от черных точек, но у вас не жирная кожа, я бы выбирала препараты без цинка. Ну и, собственно говоря, точечное средство с цинком и салициловой кислотой. Это вот такой вот маленький тюбик, удобный для того, чтобы наносить средство локально. Ну и по текстуре это что-то такое, похожее на крем-пасту или даже на текстуру маски. Потому что, видите, мы можем нанести локальные средства, ну, фактически остается на коже, потом через какое-то время оно как бы застывает, впитывается, скажем так, но все равно в месте нанесения мы чувствуем, что как будто высыпание чем-то закрыто. То есть такое классическое точечное эффективное средство. Комплекс Акневицид 4 средства в себя включает, с которыми мы с вами познакомились. Эффект в зависимости от продукта наступает от 12 часов до 7 дней. То есть эффективность достаточно высокая. И мне кажется, что если действительно у вас проблемная кожа, любой из этих продуктов можно рассмотреть. Теперь давайте рассмотрим новинки от вообще бренда, который мне был известен только по слухам. Это Этат Пюр. Здесь у нас с вами ампулы и крем для глаз. На самом деле у меня на тесте было гораздо больше продуктов, но хочу рассказать именно о них. Первый продукт, о котором я хочу вам рассказать, и это такой интересный, популярный достаточно сейчас формат. Помните, у Клиник были такие же упаковки? Вот таких вот продуктов с капельной дозацией для того, чтобы сам концентрат продукта добавлять, например, в какое-то средство дополнительное или в чистом виде наносить на кожу. И первый продукт, который я хочу вам продемонстрировать, это ресвератрол. Это антиоксидантная сыворотка, которая призвана корректировать возрастные изменения. Есть здесь и ферментированные компоненты в составе. На самом деле типичный такой для ресвератрола оттенок, немного коричневатый. Да, вообще танины могут давать такой оттенок. Сам же продукт абсолютно легкий, жидкий, впитывается молниеносно. Ресвератрол, конечно, я люблю в первую очередь за то, что он дает прекрасный эффект освежения лица и вообще это блестящий антиоксидант. Следующая ампула, следующая сыворотка. Это сыворотка с содержанием гиалуроновой кислоты 1,5%.
И на самом деле я вот такие продукты очень люблю. Даже не как самостоятельные, хотя еще раз повторюсь, вы можете наносить 4 капли на все лицо, а как то, что вы можете добавлять в свою сыворотку, в свой крем. И хочу вам сказать, что вот эта вот ампула с гиалуроновой кислотой мне очень понравилась. И вообще и в самостоятельном использовании, и в использовании вместе с сывороткой, вместе с кремом. Действительно, самая такая, знаете, комфортная форма, несмотря на высокий процент. Липкость, безусловно, небольшая присутствует, но она через буквально минуту все-таки в какую-то бархатистость больше превращается, даже если наносить в чистом виде. Вот обычно я все, что с гиалуроновой кислотой, на меня производит нейтральное впечатление, а здесь мне действительно этот продукт очень понравился. Очень интересный формат ампулы с 10% содержанием витамина С, которую производитель нам с вами рекомендует наносить точечно. Точечно на пигментацию. То есть это по концепции не средство для того, чтобы наносить его на все лицо. Но теоретически, конечно, вы можете, например, смешать ампулу с витамином С с ампулой с ресвератролом и, кстати, с той же гиалуроновой кислотой, и тогда в таком виде наносить на лицо. И это вполне на самом деле допустимо, как я думаю. Здесь у нас немножко другая система, здесь капельная подача, но, видимо, для того, чтобы вам удобнее было распределять продукт зонально на какие-то небольшие участки кожи. У него такая гелеобразная, чуть-чуть маслянистая текстура. Действительно, кстати, очень интересное средство для точечного нанесения, потому что, в принципе, для работы с пигментом прицельно, локально на рынке до сих пор еще немного средств. Ну, я, по крайней мере, вам предложила свой вариант, как это скомбинировать. Кстати, я вам не сказала, что бренд Etat Pure – это бренд французский, если... Может быть, вы задаетесь этим вопросом, и на самом деле он такой достаточно известный, потому что откуда я о нем знаю, на нем работают некоторые косметологи. То есть это такой вообще, по-моему, изначально это профессиональный бренд. И очень интересный продукт. Я прям взяла его на карандаш. Это флюид для глаз. Здесь важно именно то, что у этого продукта легкая консистенция, потому что я на консультациях все-таки периодически сталкиваюсь с тем, что люди не хотят чего-то плотного для области вокруг глаз, и действительно не всегда это возможно, потому что, например, если человек сильно отекает, но при любых обстоятельствах тяжеловато ему выбрать что-то плотное, а здесь консистенция действительно максимально легкая, на базе глицерина, здесь жожоба, пчелиный воск, гиалуроновая кислота, витамин Е, водоросли, масло подсолнечника. То есть здесь нет какой-то, ох, чудо чудесное, какой состав, суперомолаживающий эффект. Это увлажняющий флюид для области вокруг глаз. И по составу мы с вами видим, что а, он увлажняющий, и б, что это флюид, он действительно легкий. Еще есть у меня продукты от этого бренда, но я так, знаете, постепенно с ним знакомлюсь. Вот в первую очередь хотела бы выделить вот эти 4, особенно ампулы, потому что мне кажется, что ампулы для многих это очень-очень такой уместный и приятный формат. Следующий продукт, который я хочу вам показать, это пенка Eco Orange Foam Cleansing. Говорит нам производитель, что это пенка для глубокого очищения, что здесь есть питательный и увлажняющий эффект. Скажу вам честно, мне состав этого продукта не нравится, как и не понравилась работа этой пенки, потому что она очевидно очень такая, на самом деле, не мягкая. Стеариновые, лауриновые, мерестиновые кислоты на первом месте, всякие PEX-100 хилаторы, BHT, метилпарабен, и дальше пошли у нас, ну, правда, экстракты, но лаванда, мята, ну, ромашка, ладно, самое лучшее, что здесь есть, розмарин тоже хорошо, ну, и плюс отдушка. Ну, апельсины, кстати, здесь тоже экстракт, а не эфирное масло, это лучше, чем эфирное масло. Но на самом деле, конечно, в изобилии хороших, мягких, очищающих средств, я бы сказала, что это не лучший вариант. Да, такой пенкой можно пользоваться, но очень редко. И очень жирной кожи. Вот я бы, наверное, сказала так. Конечно, я даже не совсем понимаю, за счет чего производитель здесь обещает питательный и увлажняющий эффект. Это даже несколько странно. Но, может быть, за счет глицерина, который стоит на втором месте. Но мне пенка показалась жесткой, такое чувство стянутости я после нее ощущала. А вот от чего я пришла в полнейший восторг. Вообще, честно говоря, я говорю про бренд I'm From. У меня не то чтобы разочарований не было с этим брендом. Вот все, что у них новое появляется,
Мне, я встречаю, во-первых, с большим восторгом. Мне очень нравятся всегда составы их продукции. Большое содержание лакричного экстракта. Причем они уверяют, что в этой линейке у них лакрица в экзосомах находится. Вообще, конечно, экзосомы – это очень популярное сейчас слово. Тоже будем о нем с вами говорить, потому что куда ни ткнись, особенно японцы это дело любят. Сейчас кругом одни сплошные экзосомы. Дальше у нас здесь содержится, ну, бутилен, гликоль и глицерин – это для смягчения. Только потом идет вода, бетаин для успокоения кожи, гиалуроновая кислота, пантенол, нуксантановая камедь – это загуститель. Бета-сетостерол – прекрасно, потому что это, ну, больше как кондиционирующий, но на самом деле, если мы говорим про бета-сетостерол, можно сказать, что это компонент антистресс. Дальше, что мне нравится, что здесь есть интересные компоненты, типа фитостеролов, это сюда же, аминокислоты, которые будут все равно, как мне больше кажется, действовать как антистресс. Компоненты для кожи. И если мы говорим с вами, что лакрица – это, в принципе, для осветления кожи, для выравнивания тона кожи, то снятие стресса – это здорово. Ну и кроме того, что лакрица – хороший антиоксидант, здесь нам об этом говорится, что полисахариды увлажняют кожу, спасибо, мы поняли. Быстро впитывается, все бархатистое, это правда. Крем примерно то же самое, но мне очень понравилось, что здесь у нас с вами содержится гидрогенизированный лецитин. И мне вот опять же очень интересно, и церамиды, здесь содержатся оливаты. И как будто бы, знаете, мне даже померещилось, что это ламеллярка. Потому что оливаты, гидролизованный лецитин, но я честно вам скажу, я прям досконально не изучала здесь, есть ли какие-то соэмульгаторы. Есть нативные увлажнители типа глюкозы в креме, поэтому он действительно быстро впитывается. Сейчас вам покажу поближе, как это выглядит. Линейка вся бирюзовая, но упаковки классические, у них, как всегда, такие бело-бежевые. Вот здесь такой бирюзовый орнамент. А если мы, например, говорим про крем, он прям очевидно бирюзовый, это тюбик. И вот посмотрите, он легкий, он очень приятный, он действительно быстро-быстро впитывается. И запах у продукта отсутствует. По ощущениям, крем действительно похож на жидкокристаллическую эмульсию, на ламеллярную эмульсию. Что касается ампулы, мне кажется, многие придут от нее в абсолютный восторг, потому что, во-первых, это новое для нас с вами такой формат упаковки, посмотрите, и потому что эта ампула представляет из себя абсолютно водянистую жидкость, немножко скользкую. Опять же, если вы ищете сыворотку для выравнивания тона кожи с антиоксидантным эффектом, которую можно было бы использовать под микротоки, вот она тоже вам может подойти, потому что она скользкая, вот такая, видите, и на самом деле достаточно даже получается экономный расход, то есть она не быстро, супер быстро впитывается. Мне этот вариант очень понравился, и вообще мне эта сыворотка очень понравилась, и вообще мне эта линейка очень понравилась. Вы можете ее рассмотреть не только при обстоятельствах, что, например, вам нужно выровнять тон кожи или просто для антиоксидантного эффекта. Например, если у вас постакне и достаточно жирная крупнопористая кожа, вы получите здесь осветляющий эффект, и вы будете довольны, что текстуры легкие, но при этом, например, крем абсолютно точно можно считать липидовосстанавливающим. Я не уверена, что это новинки у бренда, но я попробовала в этом месяце и нахожусь в каком-то невероятном восторге. Это потрясающие продукты. Это Grown Alchemist. Вообще, кстати, я на консультациях порой, особенно если из-за рубежа люди записываются, слышу очень положительные отзывы об этом бренде. Мне магазин Шигами прислал достаточно большой ассортимент этого бренда на тест. Там есть и средства для волос, и средства для тела. Я начинаю потихонечку тестировать. Начала с очищения для кожи. И вот эти два продукта, это крем для очищения, и это гель пенящийся для очищения. Я просто в невероятном восторге. Настолько нежная, потрясающая кожа. Здесь, конечно, это вообще бренд такой. Очень много натурального сырья. Разные масла, и, например, вот в креме, и бальзам Перу, и ланг-иланга масло, и сандалового дерева, и грейпфрута, и того, и сего, и другого. При этом здесь же есть цинк, здесь же есть ниацинамид. Кстати, тоже на оливатах интересно, что сделан этот продукт.
продукт для очищения кожи. Это легкий крем и совершенно божественное очищение для лица. Да, это гель, но он очень деликатно пенится. И в целом и то, и другое средство наиделикатнейшие, очень приятные, с растительными ароматами, красивыми такими, богатыми. Поэтому, если вы ищете для себя, например, или в подарок вот какое-то премиальное очищение, чтобы был безопасный состав, чтобы вот это была эстетика, это же еще же специфическая эстетика, тоже нужно это понимать. Безусловно, эти продукты вы можете для себя выбрать. Крем вот это для очищения вам покажу. Это действительно крем, вот такой вот. Он, в общем-то, и не пенится. Я его использую для утреннего очищения. Прекрасный совершенно продукт, вот такой, знаете, очищение для гурманов. На самом деле новинок у меня больше, чем я вам показала. Давайте тогда я их покажу во втором видео, так что будет еще вторая часть, чтобы не занимать много вашего времени. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всего хорошего, пока!